Минский моторный завод в 2023 нарастил экспорт запасных частей в Россию более чем на 50%. Активно развивается производство специальной техники, дизель-генераторных, насосных установок, компрессорных станций. Немаловажным в развитии сотрудничества стало участие предприятия в более чем 30 национальных и международных выставках и форумах. В Беларуси на 2024 для финансирования всех расходов на республиканские дороги предусмотрено направить почти 2 миллиарда рублей. Оставшаяся часть затрат покрывается за счет нацбюджета. Это около 50%. Транспортным налогом финансируется только 17% всех работ на магистралях страны. За 2 дня очередь большегрузов в Литву выросла на 300 единиц. Самое загруженное направление – литовское. Тут фиксируется 1500 большегрузов. Сопредельной стороной заявлено о планах по увеличению количества работников в пограничных переходах за счет высвободившегося ресурса. Контрольными службами после закрытия 1 марта 2 погранпереходов оформлено 34% грузовиков от нормы. За выходные – 31%. 1 марта в администрации Ленинского и Первомайского районов на заседании окружных избирательных комиссий были утверждены итоги выборов делегатов Могилевского областного совета депутатов 29-го созыва. В торжественной обстановке парламентарии вручили удостоверение народным избранникам. Во Дворце искусств прошла ярмарка целевой подготовки для учащихся, организации заказчики кадров и учреждений среднего специального образования, а также Бобруйска, Громаш, Фандок, БЗТДИА организовали мастер-классы и демонстрации. Более 600 школьников смогли поближе познакомиться с профессиями.